Друзья, сегодня 2 августа 2020 года. Меня некоторые зрители просили снимать актуальную информацию о погоде онлайн, так скажем. Но сейчас сделаю запись видео. Посмотрите. Вот море сегодня у нас какое. Сейчас время 10 утра по времени. Вот такое у нас чистое море, друзья, видите? Все видно. А в 9 утра было еще чище. Ну, естественно, людей становится больше, и поэтому немножечко мутят. Но все равно нормально. Вчера отметили 30 лет. Приветливый берег пансионату. Кстати, торты раздавали только детям. Мне, к сожалению, не досталось. Я им сказал, что мне 3 годика, но мне не поверили. Прямо там у нас находится за 600 рублей бунгало. Независимо от количества людей, сколько там будет, один человек, там 4 человека. Но это для всех. А для нас обычно лежаки бесплатно. Вот. А если со стороны хотят на лежаках, то 400 рублей. А на полотенцах можно бесплатно здесь ложиться. Погода сегодня у нас хорошая. Это пляж «Приветливый берег». Это собственный пляж при отеле «Пансионат «Приветливый берег». Вот сам пансионат «Приветливый берег», 17 этажей. Мы живем на 12 этаже. Вот видите, небольшие тучки есть, а так, в принципе, погода отличная сегодня у нас. Можно даже воду сейчас зайти. Как видите, даже мои ноги видно. Видите, чистая водичка, я сейчас почти по колено зашел. Вот небо чистое, хорошее. Море теплое, погода теплая, в общем, приезжайте в Геленджик, здесь классно, хорошо сейчас. И у нас в пансионате «Приветливый берег» 5-разовое питание, можно сказать, все включено. И, как видите, на нашем пляже не так много народа, как на общественных пляжах, везде очень много народа, а здесь лежаки всегда свободные, и даже полотенце кинуть есть куда, чтобы полежать. Кстати, еще салют вчера был. Он, правда, недолгий был, там, может, минут там 3-5, не помню. Но я, кстати, на видео это все заснял, всю вечеринку. Вот, как там, какой был торт, вот, как там дискотека была у бассейна. Все это потом, когда я приеду домой, уже буду выкладывать, потому что у меня здесь это ноутбук совсем слабенький, на нем монтаж не сделаешь. Приеду домой, начну выкладывать уже видео, которое на видеокамеру снимаю. Сейчас я снимаю со своего мобильного телефона вот эту трансляцию, а потом просто как видео выкладываю. Ну и прямую трансляцию тоже буду я проводить. Поэтому подписывайтесь на мой канал, мои путешествия по миру. Вот, когда подпишетесь, нажимайте колокольчик, появятся все уведомления, нажимайте их. И тогда вы не будете пропускать мои новые интересные видео, прямые трансляции. Вот видите, мест полно. А время 10 часов. Кстати, с утра народа здесь больше. После обеда как-то народа обычно меньше здесь отдыхает. Вот здесь комната счастья. Прямо туда
Есть еще массаж. Вот здесь кабинки для переодевания есть. Название пансионата «Приветливый берег». Здесь проходит разная анимация, там дети танцуют. Вот, часов с 11 они где-то начинают ориентировочно. И потом дартс тут для взрослых есть. Кстати, когда вы участвуете, как бы призы дают, ну, такие скромненькие, чупа-чупсы всем. А последние три места там что-то чуть-чуть получше, может, там по банке пива. И бутылка вина или шампанского дают, если первое место займете. Так что можете участвовать, в проигрыше не останетесь. У нас Светлана Балдюнчик валяется. А вот Светлана Балдюнчик. Она не успела очки одеть, потому что я подкрался. Светланка, привет передавай. Там в игрушку играешь, как всегда. Светланке, наверное, вечную жизнь дали. Вот она и старается там. Но она уже искупалась, молодец сегодня. Раньше меня искупалась. Опа. Так. А вот и я, друзья. О, вид на море. Вот так вот. Ну, друзья, вот вы просили меня показывать прямые трансляции. Вот, выкладывать хотя бы видео, если не провожу прямые трансляции, чтобы вы могли наблюдать актуальную погоду на сегодня. Вот, а не когда я приеду домой уже, как бы, по крайней мере, по погоде информация уже будет не актуальна. Ну, а по экскурсиям, конечно, она будет актуальна. Вот. Ну, давайте, друзья. Подписка, колокольчик, все уведомления. И мы с вами еще увидимся. Давайте, до новых встреч.